Быстрый ум и умение сопереживать – главные качества сотрудника единой дежурной диспетчерской службы. Каждый день эти люди принимают до 1000 звонков от попавших в беду. Чаще всего просят вызвать скорую, полицию или спасателей. В летнее время чаще случаются происшествия на воде. В Химках есть лишь одно легальное место для купания – пляж в парке имени Льва Толстого. Там место, где можно отдыхать. Во всех остальных местах купаться запрещено. Во-первых, по санитарно-эпидемиологическому состоянию воды не рекомендуется. Капитаны барж и прочих других, скажем так, плавсредств. Тяжело, такие большие, несколько многопалубные корабли, очень тяжело увидеть человека, купающегося в воде. Также за прошедшие полгода сотрудники Химспаса установили 7 предупреждающих экранов. На них информация о запрете розжига костров и купания в несанкционированных местах.